Добрый день! Мы с вами на Интергео 2017 в Берлине, и сейчас мы находимся на стенде Saus. Находимся мы у нового приемника Saus G1 Plus. Отличительной особенностью его от предшественников, от G6 и от G1, отличается, во-первых, форма крышки, во-вторых, наличие двух аккумуляторов. Можете видеть, с задней стороны есть флажок, можно их извлечь. Значит, в приемник одновременно можно вставить два аккумулятора емкостью по 3,4 ампер-часа. И интересная особенность данного приемника является то, что к нему вы можете дополнительно приобрести вот такую вот мини-вешку, которая представляет из себя дополнительный аккумулятор. Собственно, есть кнопка и светодиоды для проверки уровня ее заряда.